Добрый день, шлюзовчане. У меня сегодня для вас радостная весть. Вчера давал интервью губернатор Новосибирской области господин Травников, и он сказал, что 100 миллионов будет выделено из регионального бюджета города Новосибирску для развития общественного транспорта. И по моим сведениям, эти 100 миллионов идут на покупку новых автобусов для ПТП-4. Это те автобусы, которые в основном обслуживают Советский и Первомайский район. 100 миллионов, на понимание, это 10 автобусов в среднем. А мы уже давно требуем купить новые автобусы для нашего ПТП. 3 года минимум мы долбим мэрию каждый год. В этом году нам клятвенно обещали покупку 50 автобусов, но тем не менее почему-то не прошла заявка города Новосибирска. Федералы ее не одобрили. И мы лишились возможности купить автобусы за федеральные деньги. Сейчас мы будем делать это за областные, но очень мало. До 1 августа наш город должен подать заявку на покупку новых автобусов в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги». По моим сведениям, делают такую заявку, успевают. Причем, если в прошлом году это делали спустя рукава, просто чтобы поставить галочку, то после разноса мэра города Новосибирска по поводу того, что нашу заявку не оформили, сейчас мэр Новосибирска сделал разнос своим подчиненным и работают очень пристально, делают все, что нужно, прорабатывают возможности единого проездного билета, это чтобы можно было пересаживаться, допустим, с автобуса на метро. Ну и дай бог, в 2021 году у нас будут автобусы новые. Ура, товарищи! Спасибо!